делам бежать, улыбаться, воздухом дышать. Здравствуй, утро! America is perfect, but Russia is better. Why you ask? Because Russia has a soul. Are you ready? Just waiting for the right move. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Доброе утро, Владимир. Ну, просто как-то рекомендуем мы в «Отличной пятнице» начать свой день с песни, с какой-то оптимистичной, чтобы на душе как-то потеплело, похорошело. Но вообще, если серьезно, друзья, сегодня имеет смысл проснуться, проснуться в бодром настроении, ну, потому что у нас по-прежнему весна, по-прежнему в студии чирикают птички, влетают камеры, бегает наш режиссер Егор. Егорка, доброе утро тебе! Друзья, если сейчас, в данный момент, вы уже готовы к контакту с эфирной студией РЕН 6 канала «Оранжевое утро», готовы к контакту со мной, с Ириной Сергеевой, то вы правильно готовы. Посмотрите, у меня в руках для нашей самой ранней пташки, что приглашение от лапшичный бамбук отведать вкуснейшие блюда, которые изобрели на Востоке. Это называется блюдо-вок. Сегодня вас ждет вок с вкуснейшей ароматной горячей курицей и напиток на ваше усмотрение. Просто потому, что вы рано проснулись, но есть у нас такая рубрика. Эта рубрика случается в каждый будничный день, она называется «Ранняя пташка». По этому поводу, если сейчас вы проснулись и готовы позвонить нам в студию по телефону 366-6666, то вок с курицей от лапшичный бамбук будут ваши. Жду контакта. Ну и самое главное, друзья, сегодня вот этот знак, которым индейцы останавливали соперника, но на самом деле он очень серьезный. Сегодня мы посвящаем наш эфир человеческой руке, человеческой ладони и нашим пальчикам. Вы не представляете, каких успехов добилась вот наша рука, и правая, и левая. Дело в том, что сегодня, ровно 112 лет назад, впервые в мире люди сняли отпечатки пальцев. Да. Уголовный мир стал бояться, потому что дактилоскопия появилась ровно 112 лет назад, и до чего она дошла, мы узнаем сегодня. Что может творить человек своими руками, особенно если у человека есть проектор, есть песок, и он талантливый. Ну, об этом чуточку попозже. 366-6666, у нас есть билеты в дельфинарий, друзья. Во Владимир приезжают дельфины, это здорово. Набирайте, в любой момент вы можете стать частью нашей программы. Поехали! Я росла и расцветала до 17 годов. Овны. Сегодня вы сами создаете себе проблемы, но сами же вдохновенно их решаете, проявляя завидную изобретательность. Тельцы, на удивление, в этот день вы беретесь за то, что кажется никому не по силам, и блистательно справляетесь с решением этих задач. Близнецы. Представители этого знака умело пользуются удачными совпадениями, оказываясь в нужное время в нужном месте, и именно благодаря этому добиваются результатов. Раки, вам в этот день полезно будет посетить общественные и светские мероприятия, иначе говоря, бывать на людях. Потому что наедине с собой вы чувствуете себя не слишком комфортно. Львы, старайтесь избегать контактов с неприятными людьми. Сегодня такое общение действует на вас особенно угнетающе. Также нежелательно делать крупные покупки. Девы, в сложных ситуациях обращайтесь за советами к друзьям. Они подскажут, как следует действовать. Еще звезды прогнозируют удачные поездки. Весы, сегодня многие представители знака становятся нетерпеливыми и несдержанными. Сердятся по пустякам, не проявляют терпения, когда это необходимо. Измените свое отношение к окружающим. Скорпионы. Сегодня плодотворный день. Удается и старые замыслы реализовать, и новые воплотить в жизнь. А общение с союзниками и единомышленниками оказывается очень полезным. Стрельцы. Велик соблазн расслабиться, отложить все запланированные дела и провести день праздно. Однако лучше настроиться на более серьезный лад и заняться чем-то полезным. Козероги, в вашем случае финансовая картина настолько благоприятна, что можно позволить себе покупки, в том числе крупные. Водолеи, любые ошибки, совершенные в этот день, будут иметь далеко идущие последствия. Поэтому будьте осторожны и внимательны во всем. Рыбы, влюбленным представителям знака трудно найти общий язык. Каждый чувствует себя обиженным. Но между тем, отличным способом переключиться станут занятия домашними делами. Здравствуйте, в студии Мария Златоронская, я расскажу вам о погоде. Сегодня во Владимире ясно и солнечно, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Вечером по-прежнему ясная погода, на столбике термометров опустится до плюс 5. Ветер южный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%.
Долгожданная весна наконец-то вступает в свои права и радует теплыми и солнечными днями. А я прощаюсь с вами. До встречи на Рен-6 канале. Доброе утро! Кто же сегодня попробует вкуснейший вок с курицей от лапшичной «Бамбук» 366666? Алло, доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро, Владимир! Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга! Мы не громко кричим здесь на Рен-6 канал? Мы вас не разбудили, Оля? Нет, не разбудили. Ольга, если на вас, на ваших женских плечах, хрупких, Ольга, как обычно, на всех наших женских плечах, обязанность готовить семье завтрак. Семье, себе и семье, и всем. Ну, конечно. В таком случае я предлагаю вам, не готовьте сегодня, Ольга, завтрак. Пусть все идут на работу, в школу голодными. Нет, как и так. Это называется, пусть эта пятница, Ольга, станет днем бунта матерей. Ну, ладно, я согласна. Нет, дело в том, что, Оль, ну, это аналог, вот это вкусное блюдо. Я скажу вам по секрету, вот это блюдо вок с курицей настолько огромное, что мы с коллегами делим аж на 3 человека. Это одна порция. Как раз, я думаю, нам всем хватит. Так, Ольга, еще у меня на вас, равно как и на других зрителей «Оранжевое утро», есть большие планы. Вы еще не выиграли 2 посадочных места в наш оранжевый автобус, чтобы 8 мая отправиться в славный город Ярославль. Скажите, пожалуйста. Нет, не успели. В таком случае, Ольга, сейчас я отправляю вам, во-первых, приглашение на вкуснейший обед, завтрак, ужин на ваше усмотрение в «Бамбук». Договорились? Да, хорошо. И в любой момент по-прежнему жду вашего звонка, друзья. Но к этому нужно, на самом деле, отнестись серьезно. Если вы вдруг по каким-то причинам пропустили, дамы и господа, юноши и девушки, если вы уже увлекаетесь историей нашей страны, ну, по крайней мере, вы достигли 6-7-летнего возраста, то смело дергайте маму или папу и просите сегодня в определенное время по сигналу ведущей, по моему сигналу, дозвониться в студию по телефону 366666 и занять в нашей оранжевой викторине 2 посадочных места. Все почему? Потому что мы уже в апреле начинаем готовиться к майским праздникам, друзья, 8 мая, вместе с компанией «Влад Облтур» и «Рен-6 канал». Мы в количестве 40 человек сядем в автобус и как поедем в Ярославль. А там нас ждет обзорная экскурсия по городу. По дороге в Ярославль мы будем кушать вкусняшку от Макинга, друзья. Ну, это будет здорово. Там мы покатаемся на катере, там мы посетим планетарий. Уважаемые мамы, если вы хотите сделать вашему ребенку подарок, то будьте готовы сегодня звонить в студию по телефону 366666, равно как и по другим поводам. Друзья, у меня есть приглашение на 1500 рублей в трактир «Елки». И сейчас, по-моему, я его разыграю. Звоним! Сегодня большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всем мире отмечает свой профессиональный праздник – Всемирный день радиолюбителя. Общества, секции, кружки принимают участие в мероприятиях этого дня, рассказывая о работе единомышленников и популяризируя это интеллектуальное хобби. 92 года назад в Москве открылось автобусное движение. Предшественниками московского автобуса были линейки – многоместные конные экипажи без всяких удобств. Первый автобусный маршрут связал Каланчевскую, ныне Комсомольскую площадь, с Белорусским вокзалом. Определенного расписания движения не было. Автобус просто ходил время от времени из одной точки в другую. Стоимость билета на одну станцию составляла 250 000 бумажных рублей того времени. 18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для опознания преступника. В основе метода лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза родилась в результате долгих исследований автора, который служил полицейским чиновником в Индии и имел широкое поле для исследований. День ангела сегодня празднуют Алексей, Платон, Георгий.
Друзья, какое счастливое и классное событие, просто потрясающее событие. К нам с 27 апреля на, наверное, целых 3 месяца приезжает дельфинарий, друзья. Ну, потрясающее шоу. Вы знаете, что есть дельфинотерапия, что можно поплавать с этими замечательными существами, зарядиться энергией. Это ребята, которые понимают человеческую речь. И 2 приглашения есть у нас в отличной пятнице. Поэтому, конечно же, в любую секунду 3666 можно звонить и получить пару приглашений. Ну а сейчас дайте позавтракаем. Причем у нас есть идея сделать какой-то фирменный завтрак. Пусть это сегодня будет эксклюзивное блюдо от шеф-повара ресторана «Панорама». Приятного аппетита, Владимир! Доброе утро, меня зовут Николай, я являюсь шеф-поваром ресторана «Панорама». И сегодня вам предлагаю вместе со мной приготовить 3 замечательных блюда. А начнем мы с салата с куриным мясом и куриной печенью, фламбированным яблочным бренди, с бальзамическими томатами черри и хлебными чипсами. Итак, для этого нам понадобится достаточно сильно разогреть сковороду, сотейнчик, любую емкость, что у вас есть под рукой. Жарить мы будем на сливочном масле, оно делает печень более нежной. Печень я не рекомендую солить вначале, иначе она будет белая и суховатая. То есть, поскольку у нас куриное мясо, филе, ножки жарится чуть дольше, мы начинаем жарить с него. Куриное мясо можно солить сразу. И после 2 минут на обжарке куриного филе мы добавляем куриную печень. Печень жарится буквально несколько минут. Так, добавляем соль. Любые специи, которые у вас есть в доме, которые вам нравятся, я лишь люблю микс перцев. Печень подошла, пора ее фламбировать. С помощью огня мы выжигаем лишний алкоголь, после чего водители могут смело ездить на транспорте, не боясь гаишников. Итак, печень наша готова. Теперь занимаемся подготовкой салата. Для этого мы используем разнообразные салаты, которые вам только нравятся. Предварительно их нужно замочить в холодной воде. Добавляем морскую соль, капельку оливкового масла. Выкладывать мясо можем по периметру. Так, дальше черри. Я их предварительно замачиваю в бальзамическом уксусе с оливковым маслом и травами. Тимьян, розмарин. И в качестве небольшого декора мы используем хлебные чипсы с разными приправками, маслами. Наш салат готов. Для горячего я выбрал креветки. Креветки мы берем любого размера, желательно сырые, не нужно покупать готовые. Их предварительно нужно слегка замариновать соль, соус знаменитый песто, то есть это любая зелень, которая есть дома, любые масла. Все это пробовать в блендере, соль, перец, можно немножко добавить орешков. Так, пока наши с вами креветки маринуются, разогреваем сковороду. Немножко оливкового масла. Почему немножко? У нас маринад с добавлением масел идет. Также нам для этого блюда понадобится гарнир из овощей. Я его приготовил заранее. Лук, морковка, перец, цукини. Все это маленьким кубиком мы режем. Обжариваем с добавлением томатного соуса. Масло у нас разогрелось, можем приступать к обжарке. Креветки, как любые морепродукты, жарятся очень быстро. Я добавлю немножко чесночка. Резать чеснок не нужно, достаточно просто его раздавить ножом. Вот наши креветки уже практически готовы. Слегка их оттеню вкусом лимона. И добавлю несколько грамм белого сухого вина. Креветки готовы. Теперь добавляю в эти креветки томатный соус. 2 ложек будет достаточно одного человека. И пару ложечек мелкорезанных овощей. Слегка убавляем температуру и дадим постоять минутки 2. И опять начинаем сервировать тарелочку. Я подаю это блюдо следующим образом. Сперва на тарелку выкладываю соус, который приготовился вместе с креветками. И на него сверху выкладываю жареные креветочки. Оформить можно оставшимися листьями салата. Сбрызгаем все это немножечко оливковым маслом. Придаст особую пикантность, горечь вашему блюду. Добавим перчика и наш соус песто. По желанию к этому блюду можно положить лимон, лайм, любые цитрусы. Итак, мы с вами приготовили 2 замечательных блюда. И после достаточно калорийного удовольствия нам нужно подумать о здоровье. Я вам предлагаю вместе со мной приготовить сжигающий жиры коктейль из киви. 3 средних киви, пару долек обычного лимона, несколько листиков свежайшей мяты. Я лично добавляю мед вместо сахара, это более полезно. И выбираю обязательно цветочный. Масса получается очень густая. Ее необходимо разбавить водой. Воду нужно использовать без газов. Итак, мы с вами приготовили сегодня полноценный
ужин, обед, как хотите это называйте. Я, в свою очередь, вас приглашаю к себе в ресторан «Панорама» отдохнуть. Вам приятного аппетита. Увидимся на следующей неделе. Чтобы приготовить блюдо выходного дня, нам потребуются следующие ингредиенты. Для салата с курицей и печенью – куриное мясо и куриная печень, микс-салат, домашний майонез, сливочное масло, томаты черри, хлебные чипсы, бренди, соль и перец по вкусу. Для креветок в томатном соусе с овощами возьмем морковь, репчатый лук, болгарский перец, цукини, растительное масло, креветки, томатный соус, лимон, чеснок и зелень. Для напитка из киви берем 3 штуки киви, мяту, мед, минеральную воду и 2 ломтика лимона. Друзья, я, знаете, так потираю, разминаю свои лапки, потому что я думаю, что они мне сегодня пригодятся. И те гости, которые сегодня, ну, покажут свои таланты, свою работу умелыми руками, поделятся какими-то секретами, и я тоже стану частью какого-то шоу 366666. Алло, доброе утро, здравствуйте! Здравствуйте. Доброе утро, Юлия. Здравствуйте, Ирина. Я просто угадала, у вас именно такой голос, который должен принадлежать только девушке по имени Юля. Ведь я не ошиблась? Возможно. Возможно. В таком случае, Юля, поскольку я угадала, как вас зовут, билеты в дельфинарий получаю я. Вы со мной согласны? Хорошо, пойдем вместе. Пойдем вместе. Юль, здесь два приглашения. Дело в том, что к нам в парк 850-летие. Только что от нас уехал цирк «Золотой Буф», и к нам теперь приезжает дельфинарий с 27 апреля по 2 июня. У нас плавают дельфины, Юля. Я приглашаю вас и кого-нибудь из вашей семьи. Приходите. Спасибо большое. Что-то на заднем плане я слышу какие-то дельфинные голоса. Это у меня ребенок с котенком поиграл. Это два маленьких дельфинчика. Юль, но просто дело в том, что за этот приз я хотела бы, чтобы вы поборолись, но я абсолютно убеждена, что это будет настолько просто, что вы не промахнетесь. Договорились? Хорошо. Дело в том, что сегодня, ну, мы заявили, это тема нашей программы, мы поговорим о руке, об узоре на пальчиках. Вы знаете, что он неповторим, правда? Да. И вот уже 112 лет преступники нас боятся, потому что, оставляя следы на месте преступления, они тем самым оставляют и себя, чтобы потом мы могли их идентифицировать. Сейчас мы зададим вам видео-вопрос, который, ну, косвенно имеет отношение к этому празднику, то есть к дню первого применения метода дактилоскопии. Итак, Юля, внимание, сейчас на экране вы увидите одну треть человека, очень известного, который к дактилоскопии имеет, правда, косвенное отношение, но все-таки какое-то имеет. Итак, вот сейчас он появился. Мы, правда, это... открыли его немножко с другой стороны. Я не знаю, конечно, угадаю я это или нет, но мне кажется, что это Шерлок Холмс. Юля, а вы знаете, какой у вас хитрый сейчас голос? Если бы вы, Юля, слышали себя со стороны... По-моему, вы прекрасно знаете, что вы ответили правильно, коллеги. Совершенно верно. Замечательный актер господин Ливанов сыграл самого лучшего. Юля, вы много видели Шерлока Холмса? Ну, в исполнении, наверное, британского актера, да? Да. Да, он не младший, американец сыграл Шерлока Холмса. И есть наш. Какой вам больше всех нравится? Ну, мне кажется, наш Шерлок Холмс лучше любых. Это даже несравнимо. Совершенно верно. Вот за то, что вы польстили нашему Шерлоку Холмсу, Юлия, два приглашения в дельфинарий. Я вас поздравляю. Они ваши! Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Не забывайте, дамы и господа, друзья, у нас сегодня еще и оранжевый автобус. Уважаемые друзья, уважаемые мамы, если ваш малыш уже увлекается историей нашей страны и готов поехать в путешествие с Влад Облтуром, то будьте, как говорится, на связи. А еще сегодня день радиолюбителя. Ну, мы, наверное, не будем заявлять это как отдельная тема. Просто, ребят, перехватите, пожалуйста, какой-нибудь разговор важный. Перехватите, пожалуйста, разговор Тимошенко с кем-нибудь или Обамы с кем-нибудь. И позвоните к нам в студию «Отличной пятницы» и скажите: «Ир, вот перехватили, вот они о чем говорят». Я буду вам признательна. И зрители «Оранжевое утро» тоже. Ах! Вот они руки, они умелые, ими можно успешно оперировать, друзья. А что бывает, если вы музыкант, если у вас действительно талантливые руки, талантливые пальцы, и у вас отличное чувство юмора? Знаете, что бывает? Вот что бывает. Thank you.
был просто бесподобно, дамы и господа. Вот что значит толковые люди с талантливыми руками. Вот как они нашли свое применение в жизни, доставили огромное эмоциональное удовольствие, я думаю, не только мне, но еще и вам. Я думаю, что сегодня в студии «Отличной пятницы» появится очень много отличных и талантливых гостей, которые безупречно умеют работать и творить своими руками. 3-6-6-6-6-6. Вот толковых людей мы посмотрели. А вы знаете, что еще бывают бестолковые люди? И именно такая категория попадает в нашу рубрику, которая называется «Премия Дарвина». Сегодня мы тоже премируем. Насколько сможет выдержать спецназовец разряд ШИ? 33-й отряд спецназа. Пересвет. Это, если вам кажется, что я молчу, я на самом деле молчу, друзья, без комментариев. Зачем? Почему? Никогда, никогда, Обама, не иди против нашего спецназа. Никогда. Друзья, сейчас мы прервемся некоторое время, потому что студия будет преображаться, здесь будет светить проектор, появится песочек, к нам придет принц Персии. Я думаю, что вы готовы к этому. А еще в руках я неспроста держу сертификат аж на 1500 рублей, друзья. Это вкусное приглашение на две персоны, чтобы отобедать в трактире «Елки», отведать нашей классической русской кухни. Ну, а если вы предпочитаете европейскую, то все к вашим услугам. 3-6-6-6-6-6. О главных событиях рассказывают мои коллеги службы новостей. Are you ready? Во Владимире меняется схема движения. Накануне в центре города стало кирпичом больше. Новый знак, запрещающий левый поворот, установили на пересечении улиц Никитской и Дзержинского. Таким образом, в центре появился новый отрезок одностороннего движения длиной примерно в 30 метров. Для автомобилистов города нововведение оказалось непривычным. В результате большинство водителей игнорировали требования знака и нарушали правила, грозящие лишением водительского удостоверения. Для того, чтобы попасть с Никитской на Дзержинского, теперь нужно обогнуть сквер имени Гоголя, что удлиняет путь на несколько сотен метров. В мэрии города заявляют, что новая схема движения не связана с планами по созданию в центре пешеходной зоны. Мы убираем хаотичные беспорядочные парковки, чтобы они не стояли как хотят, где хотят. Это увеличит пропускную способность и также дополнительно вот одностороннее движение создат парковочные места. Пашни засеют к 1 мая. Посевная кампания 33-го региона началась необычно рано. Из-за малоснежной зимы земля созрела на 2 недели раньше среднестатистического срока. Всего сельхозпроизводители области планируют засадить яровым зерном, овощами и травами 178 тысяч гектаров. Это более чем 16% от всей площади Владимирской области. Учитывая погодные условия, областные власти поставили амбициозную задачу – завершить посевную на 1,5 месяца раньше прошлогоднего срока. Тем не менее, проблем у сельхозтоваропроизводителей немало. Минеральных удобрений закуплено в количестве 40% от необходимого, а топлива не более 20%. Главной же проблемой для хозяйств области остаются невыплаченные долги по кредитам. На днях президент подписал постановление о возможности пролонгирования кредитов для сельхозтоваропроизводителей на срок до 15 лет. Но конечное решение все равно остается за банком. Вы понимаете, что если прописано в постановлении, что можно субсидировать до 15 лет, это не факт, что банк даст этот кредит или пролонгирует этот кредит до 15 лет. Вот по нашему мнению, и сейчас и Россельхозбанк, и Сбербанк, и я с руководством на эту тему уже переговорил, в принципе, и тот, и другой банк готовы эту пролонгацию делать. 30% молочной продукции во Владимирской области – контрафакт. Эту информацию распространило информационное агентство «Итартас» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Такие выводы специалисты сделали после проверок торговых предприятий региона. Эксперты исследовали 351 пробу молока и молочных продуктов. В результате 103 наименования признаны несоответствующими требованиям закона. В частности, почти 40% продукции серьезно отличается от того, что производители заявляют на упаковке. Чаще всего подделывают сливочное масло.
Друзья, я обещала вам «Принца Персии». Вот вы посмотрите, именно в его присутствии песочные часы всегда сыпятся, всегда. Нет понятия, время остановилось. Илья, доброе утро. Доброе утро. Итак, сегодня мы говорим с вами о самых талантливых руках на свете. Мне нужно, Илья, посмотреть ваши руки. Пожалуйста, самые вот обычные. Что, обычные руки, обычные, да? Руки. Вот мужчина симпатичный, но сейчас в студии будет происходить некое преображение. Позвольте мне представить Илью как мастера, как песочной анимации, Илья, правильно, да? Да. Итак, сейчас мы постараемся, неправильно сказать, озвучить, отпесочить тему нашего города. Правильно, да? Да. Для этого нам, Илья, что обычно нужно мастеру песочной анимации? Ну, вот это проектор. Это экран. Это экран, сразу, да, профессионально говорю. Это профессиональный экран, на самом деле. Тот экран, с которым выступал я изначально, был очень далек от того, что на данный момент мы имеем. Это просто вершина технологии песочной анимации. Вы представляете, кто пришел к нам в гости в «Отличную пятницу»? Песок. Сейчас, да, мы увидим песочек. Он как из пляжа Майами? Да, специально ездил в пляж Майами. Потому что, ну, на самом деле, да, должен быть какой-то особенный песок, контрабанда, да? Контрабанда. На самом деле, самый мелкий песок просто достаточно сложно найти, потому что он очень мелкий. Продается в Москве, продается в Питере, специально за ним езжу, пока не нашел ближе. Все, Илья, больше не нужно рассказывать никаких тайн, где берется. Конечно. Итак, дорогие друзья, сейчас в прямом эфире «Отличная пятница». Мы работаем руками, я попрошу сейчас вас быть предельно внимательным. Илья, прошу вас, мы, наверное, приветствуем тему нашего города. Пусть это будут... Пусть это будет какой-то атрибут. Давайте договоримся так, Илья. Вы будете рисовать, да? А я буду угадывать, что мы рисуем. Давайте попробуем. Все, поехали. Да. Как, мне уже завидно. Уже завидно? Мне уже не по себе. Потому что даже рассеять песок я вот так не могу, Илья. Как у нас? Но на самом деле, просто я знаю, когда... Илья, да, предварительно к нам приезжал, у него даже бывают какие-то соревнования вот по песочной анимации. По-моему, Илья еще учит маленьких детишек, правильно? Илья, да? Учит маленьких детишек, Илья учит больших детишек, Илья всех учит. Всех, у кого есть желание чему-то научиться новому, Илья всех учит. Вот Илья молодец. Ну, на самом деле, я узнаю, Илюш, я узнаю. Это то место, которое скоро станет пешеходной зоной в городе Владимир. Уже точно? К сожалению, да. Это наша гордость, которая стоит уже много столетий. Это наши золотые ворота. Илья, ну, на самом деле, я сейчас задам вам вопрос. Угу. Есть образование ведь художественное? Скажите, что есть, иначе я совсем расстроюсь, потому что я буду завидовать бесконечно. Не, ну, после того, как мы сказали, скажите, что есть, есть, да. А по-честному, представляете, вот Илья рисует песочком, рисует написки или по песку, как правильнее сказать? А, да как скажете, все, в принципе, правильно. Как бы устоявшейся терминологии на этот счет нет. Рисовать по песку и песком. Собственно, есть несколько способов рисования песком. Вот как бы в зависимости от того, какой мы с вами выбираем, такой он и правильно называется. Так, для этого нужна какая-то развитая мелкая моторика. Она развивается с течением времени. Для этого нужно желание, в первую очередь. И для этого нужно необходимое оборудование. Оборудование сейчас уже не проблема. То есть найти его можно, в принципе, в Москве это в любом случае, в Питере тоже. Этот стол у меня родом из Питера. Вот. Однако последние столы, которые мы используем для занятий с детьми, они сделаны своими руками. Как называется ваша студия, Илья? Сэндмен? Нет, Сэндмен – это не наша студия, такой, надеюсь, нет. Я же придумываю на ходу. Да. Студия рисования песком «Дюна». Мы базируемся в развлекательном центре «Самохвал». Вот, всех приглашаем на занятия. Единственное, что, друзья, нужно обязательно записаться. Контактный телефон. Можно говорить в прямом эфире? Конечно же нельзя. Более того, я хочу сказать, что на ближайшие полтора месяца Илья абсолютно занят, потому что у него есть один студент. Студентку зовут Ирина. Итак, сейчас, если вы проснулись, уважаемые зрители, мы желаем вам доброго утра. Играет специфическая музыка, и вы видите руки талантливого человека. У нас в студии художник по песку, его зовут Илья. Он уже нарисовал нам золотые ворота, но я думаю, что Илья этим не ограничится. Сейчас, да, пейзаж будет нарастать. Я держу пари, что Илья умеет рисовать также человечков. Людей удобно рисовать на песке, Илья? Людей удобно рисовать на песке. Есть достаточно... скажем, нехитрые приемы. Угу. Рассказывать не буду, просто покажу. А вы уже попробуйте их. Вот очень люблю, когда... Когда вами восхищаются, Илья. Что тут говорить? Когда восхищаются Илью, Илья любит. Ну, серьезно. Все. Угу. Любят все. Очень люблю, когда изображение начинает каким-то образом
играть. В данном случае золотые ворота – наш символ, символ чего-то святого, поэтому они у нас начинают светиться вот таким вот образом. Классно. Вот, и появляются те персонажи, о которых мы сказали. Интересуются они достаточно просто. Я посмотрела, но что... Но непонятно сначала. Сначала непонятно, кто это. Сначала и непонятно, обычно, да, мастера по песку, Илья, вы работаете большим пальцем, да? Именно он является основным инструментом. А у кого можно такой? Указать, как удобно, да? Да. Как удобно, так, как правило, рисую. Мне удобнее большим пальцем, поэтому я рисую. Вот это направление рисования песком, оно ведь сравнительно такое молодое, да? Сравнительно недавно мы о нем узнали. Само по себе оно не особо и молодое. В России появилось, ну, года 4 назад точно. Вот, я познакомился с ним посредством телевизионной передачи. Да, «Ищи песок». «Ищи песок». Посредством телевизионной передачи «Я сыплюсь». Илья, «Не сыпь мне соль на рану». «Не сыпь мне соль на рану». Илья научился, да, высыпать свою соль в виде таких красивых, потрясающих рисунков. Это девушка! Да. Это русалка. Это, по-моему, сейчас... Это русалка. Это второй символ города Владимира. Это всемирно известный дуэт. Конечно, «Золотые ворота» знаю, и «Русалка». Или, ну, кто не знает. Вот, таким образом у нас появляется первый персонаж в кадре. Попробуем нарисовать еще один. Да, сейчас как бы хотелось увидеть юношу. Пусть будет юноша. Самое, наверное, страшное в работе. Я вот сейчас стою рядом с Ильей, стараюсь не мешать, в трепетном внимании, дело в том, что пребываю. А когда вот Илья работает художник по песку, а рядом детишки, что происходит с картинами, Илья? Что происходит с Ильей? Что? Вот это вопрос более актуальный, потому что, как правило, если есть какие-то мероприятия, вот недавно совершенно прошло мероприятие, детский творческий конкурс в городе Владимире. Вот, и, соответственно, одна из девочек выступала с песочной анимацией, вот, с номером, который мы вместе готовили. Собралась с духом. Когда загорелся стол для песочной анимации, вот появился этот свет, куча детей облепила стол, реально человек 20. И просто начали, вот, как у вас трепетное желание. Я позволю себе, да, немножко, вот так, бэмс, да, неожиданно. Да, 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 вот зачем? Зачем это вы сделали? Хочется, да? Прикоснуться, да, к искусству, хочется. Я надеюсь, что я не очень сейчас испортила. Вообще абсолютно нет. Да, ну, я думаю, что Илье не страшно, мы поправим. Так, у нас появляется молодой человек, юноша с чубчиком. Молодой человек с чубчиком, с современным девайсом. С современным девайсом, будем, конечно. Будем считать, что это что-то наподобие планшета. Пускай будет. И это пара, которая фотографирует наши золотые ворота. Да, это пара, которая любует золотые ворота. В миниатюре. Это здорово, друзья. На самом деле, действительно, как сказал мне мой утренний гость, принц Персии Илья, вовсе не обязательно иметь какое-то художественное образование. Оказывается, рисовать на песке, по песку можно... Это, да, эти навыки можно привить себе с каким-то опытом, верно? Абсолютно. Ну, а сейчас, друзья... Давайте попробуем. У нас, да, сейчас состоится некий эксперимент. Все-таки мы в оранжевом утре. Все-таки у нас есть фирменная ромашка. Сейчас мы напишем всем привет, и я, да, постараюсь. Прошу. А можно я попробую рамульку? Какая ромашка, Илья, говорите. Ирина, какая у тебя ромашка, Илья, говорите. Да, присоединяюсь. Какая божественная ромашка. Какую ромашку еще поискать? Так. Удивительно, ромашка, оранжевое утро осталось. Напишите оранжевое утро, Илья, все. Сам, мы, да? Поставим большую песчаную точку в наши... Друзья, это замечательно. Вот все, что можно делать руками, мы постараемся в программе сегодня осветить, но, наверное, вот это самое эстетическое, самое красивое зрелище, которое можно только себе представить. Итак, оранжевое утро. Коллеги, ромашка, Илья, огромное спасибо. Илюш, я жму вашу, пожалуйста, песочную лапу. Анонс уже. Обе лапки в песке. Друзья, Илья, я поздравляю вас с наступающей Пасхой. Если вдруг спасибо вы, да, решите делать куличики, то мы сейчас вам покажем, только как это можно сделать, да, только не из песка, а из, да, из очень вкусного ароматного теста. Вместе с Владимирским хлебокомбинатом смотрим. Этой партии куличей осталось еще полпути до прилавка. Весь процесс создания таких кексов занимает не меньше 5 часов. Но тесто работники замесили заранее, на формы разделили и настояли. А значит, пасхальному лакомству пора отправляться в печь. Затем уже расстоявшиеся тестовые заготовки поступают на подпись.
печи, где и происходит их выпечка в течение 32-45 минут в зависимости от массы кулича. Затем готовые куличи укладываются на лотки, охлаждаются. После охлаждения глазируется помадкой и наносится посыпка. К празднику владимирские хлебопеки изготовят больше 160 тысяч куличей разного вида и размера. И каждые эти девушки украсят вручную. Марина признается, чтобы ее куличи вышли самыми красивыми, старается не обделить ни помадкой, ни обсыпкой. Лучше больше, чем меньше. Производство кексов всегда ручная работа, очень ответственная работа. Хочется побольше намазать, побольше посыпать, чтобы... Люди, когда купили, порадовались, что это все с душой, с добротой. За годы работы вкус владимирцев пекари уже знают. А поэтому на прилавках уже знакомые всем кексы. Пасхальный, творожный, свердловский, царский и панеттон. Все эти куличи владимирский хлебокомбинат выпускает по благословению Владимирской епархии. Дорогие владимирцы, поздравляю вас с одним из самых светлых, самых радостных, самых душевных праздников на Руси. Со светлой Пасхой. Мы очень рады, что принимаем непосредственное участие в этом празднике. Мы для вас делаем... различную продукцию, которая сопутствует пасхальному празднику. Это куличи. Каждый год перед праздником владимирцы покупают по 400 килограммов куличей ежедневно. И в этом году начало продажам уже положено. Спрос, конечно, есть. Куличи хорошо у нас разбирают. В основном спрашивают состав, освещенные ли они. Ну, больше предпочитают творожные куличи. Потом вот свердловские, царские, они больше такие кексовые. По размеру владимирцы куличи тоже предпочитают разные. Местный хлебокомбинат выпускает и совсем маленькие кексы по 110 граммов, и большие под килограмм. Хлебопеки уверены, они смогут угодить любому гурману. Главное, чтобы был спрос. Валерия Саенко, Артем Горчаков, 6 канал. Вот так вот, друзья. Просто, ну, просто сегодня, вот однажды, всего-то лишь кто-то снял у кого-то отпечаток пальца. И тема талантливых рук развилась настолько, что что только не делают люди. Сегодня мы постараемся, ну, по возможности, насколько позволит время, осветить все таланты, которые пребывают в сети, во всемирной сети интернет. Ну и самое главное, конечно же, я не забываю с вами поиграть. 366666. Мы обещали сертификат на 1500 в трактир «Елки». Команда обещала. Команда сделала. Алло, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, как вас зовут? Сергей. Сергей, у меня просьба к коллегам сделать голос Сергея чуть-чуть погромче. Сергей, я дарю вам это приглашение, но не просто как бы дарю, а можно с вами поиграть? Да, можно. Можно. Сереж, а вы когда-нибудь увлекались фото- и видеосъемкой? Ну, вообще, кого-нибудь фоткали в этой жизни? Ну, да. Ну да, тогда я надеюсь, что вам не будет сложно с нами поиграть. Дело в том, что один из зрителей «Отличной пятницы» прислал нам видеовопрос. И я все-таки считаю, что вот из всех предыдущих заданий это будет самое сложное. Но рассчитывайте, Сергей, на нашу подсказку. Итак, внимание, работаем, вызов принят. Привет, я фотограф и зовут меня Сергей Наставник. У меня есть для вас один вопрос. Обратите внимание на монитор и ответьте, с помощью чего достигнут такой художественный эффект. Сергей, ваша трубка поскрипывает, как то самое седло у Боярского. Хрустит потертое седло. Я подсказывать? Ну, мне кажется, что... Ну, Сереж, давайте как бы будем, да, прочь. Понятно, что там применен какой-то эффект. Я вам скажу сразу, это не фотошоп. Человек, фотограф, Сергей, кстати, тоже взял фотоаппарат. И что он там такое подкрутил, что получилась такая красивая фотоанимация. Ну вот, вот эту штуку еще можно вот так подкрутить. Еще говорят в... Внимание! Так, ну, я почти вам дала правильный ответ, почти. Сергей, вот держит человек фотоаппарат, вот держит. И он что подкручивает на...
Сереж? Забыл, как звать. Об! Не слышу. Сергей, еще раз. Объектив. Давайте проверим. Итак, ответ. А правильный ответ находится у меня в руках. Это художественный объектив Lens Baby. И эта фотография снята с помощью него. Сергей, а кто молодец, вы или я? Вы. Но, тем не менее, сегодня же отличный день. Что вы собираетесь делать в эти выходные, Сереж, скажите, пожалуйста. Ну, у меня вдруг день рождения. Тогда подарите ему сертификат в трактир «Елки», пусть он отпразднует свой, ну, как бы, да, день рождения с каким-то очень близким, возможно, членом семьи, а потом с вами, с друзьями. Договорились? Договорились. Спасибо, Сергей. Отличного дня, хорошего настроения. Вы смотрите «Отличную пятницу», друзья. Сегодня еще у нас копится посадочное место в оранжевый автобус. Уважаемые родители, если вы только что проснулись и собираете своих малышей в школу, то спросите у них: дружище, а не хотел бы ты съездить вместе в Лат-Облтуром в город Ярославль? Я думаю, что вам ответят «да». И не забывайте, тема сегодняшнего эфира – наша рука. Вот на что она способна, особенно пальцы, мы можем увидеть еще раз вновь прямо сейчас. Друзья, это было здорово. Это было незабываемо. Наверное, чтобы делать подобный фингерденсинг, нужно обладать очень длинными, красивыми, наверное, музыкальными пальчиками. Я завидую тем, кто умеет так красиво работать своей рукой. Друзья, ну, зато я еще завидую тем, у кого сегодня день рождения. На самом деле, дамы и господа, владимирцы, мы поздравляем вас с этим праздником. Кстати, мы сегодня посмотрели гороскоп, сегодня практически у всех именины. Вот кто бы сейчас не смотрел нашу программу, друзья, знаете, у вас именины. И давайте, знаете, что сделаем? Давайте сейчас попоем кавер на ковер в «Отличной пятнице». А мне бы дали, а я бы спела. Вот. С огромным удовольствием сегодня в нашем музыкальном исследовании я представляю работу самой легендарной шведской четверки, друзья. Это группа «Абба». И давайте вспомним одну замечательную песенку, в которой поется про итальянскую маму. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Вот. Они были потрясающими, эту группу любили и любят наши мамы, наши папы. Самое главное, даже мы, современники моего возраста, тоже обожают данную четверку, друзья. Но хочется заметить, что вот настолько обожание среди подростков выросло к этой группе, что в Швеции же был создан многочисленный певческий коллектив, который перепел практически все песни этой группы. Она называется, ну, соответственно, «Абба Тинс», «Дети Абы». И, наверное, первым заслуживающим внимания кавером нужно признать кавер именно «Абба Тинс». Смотрим. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. А мне бы дали, а я бы спела. Вот.
Казалось бы, эти две страны никогда в музыкальном смысле не соприкасались. Швеция всегда шла отдельно от Франции, но одна французская дива, которую зовут Карен Шерилл, в 1976 году позволила себе исполнить «Маму Мию» на французском языке. Готовы увидеть, а точнее услышать? А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Вот. Мы долго рассуждали с коллегами, какая же из кавер-версий достойна полного рассмотрения в нашей отличной пятнице, и решили, что, наверное, все мы посмотрели несколько лет назад, наверное, пару лет назад, мюзикл «Мама Мия», где снялась бесподобная Мэрил Стрип, и вот эту работу мы сейчас и дослушаем до конца. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Does it show again? My, my, just how much I missed ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, my, I should not have let you go. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Итак, друзья, сегодня мы уже попрактиковались в рисовании на песке. Я думаю, что у нас и у вас это удалось. И мне кажется, что сегодня у меня будет исключительная возможность еще и попрактиковаться в снятии отпечатков пальцев. А возможно, я и выступлю преступником в этом процессе, друзья. Ну, сегодня так получилось, что 112 лет назад впервые мир преступности дрогнул, потому что впервые был применен метод дактилоскопии. Как же нам следует теперь опасаться? Мы везде оставляем свои следы. Ну, а по-прежнему я утверждаю, что человеческая рука способна на многое, и если рассматривать ее детально и крупно увеличивать камерой, вы не представляете, какие чудеса можно увидеть. Например... Овны,
Сегодня вы сами создаете себе проблемы, но сами же вдохновенно их решаете, проявляя завидную изобретательность. Тельцы, на удивление, в этот день вы беретесь за то, что кажется никому не по силам, и блистательно справляетесь с решением этих задач. Близнецы, представители этого знака умело пользуются удачными совпадениями, оказываясь в нужное время в нужном месте, и именно благодаря этому добиваются результатов. Раки, вам в этот день полезно будет посетить общественные и светские мероприятия, иначе говоря, бывать на людях, потому что наедине с собой вы чувствуете себя не слишком комфортно. Львы, старайтесь избегать контактов с неприятными людьми. Сегодня такое общение действует на вас особенно угнетающе. Также нежелательно делать крупные покупки. Девы, в сложных ситуациях обращайтесь за советами к друзьям. Они подскажут, как следует действовать. Еще звезды прогнозируют удачные поездки. Весы. Сегодня многие представители знака становятся нетерпеливыми и несдержанными, сердятся по пустякам, не проявляют терпения, когда это необходимо. Измените свое отношение к окружающим. Скорпионы. Сегодня плодотворный день. Удается и старые замыслы реализовать, и новые воплотить в жизнь. А общение с союзниками и единомышленниками оказывается очень полезным. Стрельцы. Велик соблазн расслабиться, отложить все запланированные дела и провести день праздно. Однако лучше настроиться на более серьезный лад и заняться чем-то полезным. Козероги, в вашем случае финансовая картина настолько благоприятна, что можно позволить себе покупки, в том числе крупные. Водолеи, любые ошибки, совершенные в этот день, будут иметь далеко идущие последствия. Поэтому будьте осторожны и внимательны во всем. Рыбы, влюбленным представителям знака трудно найти общий язык. Каждый чувствует себя обиженным. Но между тем, отличным способом переключиться станут занятия домашними делами. Здравствуйте, в студии Мария Златоронская, и я расскажу вам о погоде. Сегодня во Владимире ясно и солнечно, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Вечером по-прежнему ясная погода, на столбике термометров опустится до плюс 5. Ветер южный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%. Долгожданная весна наконец-то вступает в свои права и радует теплыми и солнечными днями. А я прощаюсь с вами, до встречи на РЕН-6 канале. Радостное настроение этого пса можно понять, друзья, потому что все мы, даже мир животных, готовится к светлому празднику Пасхи. Давайте узнаем, как к этому, наверное, основному религиозному празднику нашей страны готовится наша православная церковь. Пасха – самый главный православный праздник, светлое Христово воскресенье. В этот день мы славим Бога молитвой, крашеным яичком и особыми словами. Говоря эти заветные слова из вечности «Христос воскресе» и отвечаем «Воистину воскресе», мы именно накладываем печать своей веры. Ребята из воскресной школы Богородицы Рождественского монастыря готовятся к Пасхе особым образом. На репетициях разучивают праздничные песнопения, стихи, готовят музыкальные номера. Традиционно ставят пасхальную сказку, в которой красной нитью проходит тема воскресения. Пасха для нас – это самый светлый праздник в году. Радость, подарки, поздравления. Мы его очень ждем всегда. На занятиях творчества ребята раскрашивают яйца, делают пасхальные открытки. Словом, создают атмосферу светлой радости. По традиции на праздник соберется много гостей. Ученики из других школ, представители духовенства и, конечно, родители. Наставником и духовным руководителем воскресной школы уже 7-й год является иерей Владимир Торгов. Традиционно уже сложилось, что вечером, в воскресный день, вечером мы поздравляем владыку, там, гости, которые посещают монастырь в этот святой день. Ну а утром мы вот перед самым праздником едем в больницу, поздравляем детей, которые, ну, находясь в этих стенах, конечно, не могут почувствовать, да, то есть полноту этого праздника, поэтому мы делимся с ними как бы этой радостью. Совсем скоро под торжественный звон колоколов мы отметим Пасху. Откусив праздничного кулича и улыбнувшись всему миру, скажем заветное «Христос воскресе!»
Доброе утро, друзья. Сейчас вы не услышали, но прозвучала фраза в студии. Намажешь ли ты девушку? Я думаю, что вы догадались, о чем идет речь. 112 лет назад, возможно, мои тренер-гости меня скоро поправят. Мы пока их еще не видим, но я ощущаю присутствие. Впервые был применен метод дактилоскопии. Коллеги, я правильно назвала этот метод? Доброе утро, Андрей Аркадьевич. Доброе утро, Олег Николаевич. Я хочу представить вам автономную некоммерческую организацию Ассоциация экспертов город Владимир. Как сейчас, Андрей Аркадьевич, как сейчас нынче поживает вот этот наш отпечаток пальца? Все снимается по-прежнему? Не придумали ли эксперты другого способа идентификации личности? Эксперты придумали много способов, но один из этих способов так и остается одним из основных – это дактилоскопирование. Что мы сейчас и сделаем вот с вами. Итак, друзья, значит, смотрите, сейчас впервые в жизни, Олег Николаевич, я готова вам сдаться. Андрей Аркадьевич, вы прокомментируйте, пожалуйста. Я, честно говоря, руки немножко дрожат. Я сразу хочу сказать, а может ли человек... Я понимаю, что если мы снимаем отпечаток пальца, вы полностью 100% осуществите идентификацию моей личности. Я могу каким-то образом обмануть эксперта? Олег Николаевич, вас можно обмануть? Я вот наждачкой потерла себе... Ну, нужно сказать, что метод дактилоскопии, он основан на некоторых, на трех незыблемых принципах, можно сказать. Что, первое – это неповторимость узоров на руке. Второй принцип – это восстановимость этих узоров. То есть, если даже если вы потрете их шкуркой или у вас на пальце может быть какой-то ожог, так, кислотный, да. Или… Можно кислотой. Допустим, термический ожог. Как-нибудь по-другому. Нет, преступники выжигали кислотой. Были такие случаи. Впоследствии эти узоры все равно на ваших пальцах будут самовосстанавливаться. И, друзья, вы понимаете, что у меня среди людей, которых нельзя обмануть. Как будто вы делаете мне предложение, Олег Николаевич, вот сейчас. Да, практически. И я говорю вам «да», что самое интересное. Тем более, что для дактилоскопирования, конечно, требуются определенные условия. Этот метод, конечно, был разработан давно, и он довольно отработан, скажем так, уже. То есть... А почему? В данном случае... Я в фильмах видела, что берется отпечаток только с одного пальца. Вы не доверяете? Нет. Вы не доверяете мне? Не с одного. Со всех 10. Со всех 10. И мало того, что со всех 10, так еще и не только, скажем, с ногтевой фаланги, но и с ладонной поверхности, и с серединной фаланги, и с основной фаланги. О. То есть практически со всех фаланг. Друзья, то, что мы сейчас делаем, впервые сделали датские эксперты-криминалисты 112 лет назад. Вы представляете? Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, ну, около года назад вступил в силу закон, я уже вижу, что вы подготовились. Да, да, конечно. Да, который позволяет нам добровольно сдавать отпечатки пальцев в базу. Скажите, пожалуйста, ну, я так поняла, что это делается для того, чтобы, ну, вдруг человек потерял память, да? Бац, а он есть в базе, не для преступного уже мира, а как бы для применения в быту. Применяется ли это, на самом деле, сейчас на практике? Значит, во-первых, вот есть бланк заявления о проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации. Эту форму должен заполнить любой желающий перед тем, как проведется процесс добровольной государственной дактилоскопической регистрации, как он называется. Вообще, в принципе, еще в 1998 году был принят, скажем так, федеральный закон номер 128 о государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Вот. Добровольно идут, сдаются, как показывает опыт и практики Ассоциации экспертов. Кто-нибудь у нас в Владимире пришел и сказал: Андрей Аркадьевич, будьте добры, Олег Николаевич, точнее, вот как я, возьмите у меня, вдруг пригодится. К нам не приходили. Вообще этим делом должно заниматься Министерство внутренних дел. А не мы, и правильно. Вот. Ну, мы можем, ну, как бы по старой памяти... по знакомству, так сказать. Да. Отпечатки эти снять. Олег Николаевич, итак, я измазюканная. Ну, что же, я хочу сказать, что вот можно показать вашу руку. Егор, я прошу тебя сейчас снять крупные наши детали. Да.
все, друзья. Причем ощущение наручников в руке. Подушечки тоже. Пальцев уже окрашены типографской краской. И теперь нам надо с вами только привстать. Да. И уйти из эфира, Олег Николаевич. Пройти вот так. На эту сторону. Так. Дать мне правую руку. И, соответственно... Заметно легкое дрожание, ага. С левой направо, да? Да, производится из неудобного положения в удобное. И вот в каждой графе дактилоскопической карты осуществляется прокатывание подушечки пальца из одного положения в другое. Друзья, вы знаете, по-моему, я сейчас добровольно, впервые в истории города Владимир, Владимирской области, сдала нашей ассоциации экспертов свои отпечатки. Это будет исторический момент. Андрей сейчас Кач, заявление заполним. Заявление заполним. Ну, я думаю... Это моя карта? На второй руке... Не стоит делать. Не стоит этого. Я хочу обратить внимание, уважаемые зрители, вот смотрите, вот так это будет выглядеть, если вы на самом деле добровольно решите сдать отпечатки ваших пальцев. Друзья, скажите, пожалуйста, около тоже года назад в Омске была разработана система как бы биометрического сканирования, ну, соответственно, тоже узоров пальцев, с целью определения тенденции человека, техник он гуманитарий, склонен к насилию, не склонен. Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, вот на самом деле, вот вы за большой опыт работы, вот у вас есть мои отпечатки пальцев. Неужели вот вы уже теперь хиромант и можете сказать, да, девушка очень много в детстве кричала, вряд ли она когда-нибудь выйдет замуж и так далее. Неужели вот это все можно уже показать здесь? Вы знаете, конечно, такие попытки осуществлялись давно, определить с помощью отпечатков пальцев, скажем так, будущий характер деятельности человека. То есть на Западе, вот я читал, проводились такие, но они были, это были статистические, скажем так, исследования, они проводились на спортсменах. Было выявлено, что, например, виды спорта, которые требуют, скажем так, каких-то взрывных, прямо направленных действий, там люди в основном имеют дуговые узоры, как ни странно. Люди, которые занимаются игровыми видами спорта, там баскетбол, футбол, еще что-то такое, имеют в основном завитковые узоры. А, скажем, такие силовые, типа борьба, там бокс, у них смешанные какие-то узоры на пальцах, там завитковые, петлевые. То есть, ну, это статистические исследования. И, скажем так, на выдающихся людях эти исследования, я думаю, не проводились. И поэтому вот эти сведения из Омска, честно говоря, Олег Николаевич, да, в двух словах, что ждет вот эту женщину, которая вам оставила вот эти, я думаю, пять отпечатков? Все ли, и все ли хорошо? Телеканал, хорошее окончание эфира, блестящее будущее. Как минимум. Ну, на самом деле, дело это серьезное. Андрей Аркадьевич, скажите, пожалуйста, я знаю, что вот это, да, можно все это отсканировать, занести в электронную базу, где хранятся отпечатки, где-то на сервере, где-то, возможно, в городе Москва. Меня интересует вопрос, и зрители, которые, да, знали, что вы будете у нас сегодня в гостях, хакеры-то нынче продвинутые, понимаете, преступность-то не спит, так сказать. Вдруг мой отпечаток пальца, который хранится в базе на сервере, кто-то скрадет, и оказывается, я покушалась на Обаму. Ну, защищен ли человек? Начнем с того, что, во-первых, базы все защищены. Проникнуть туда не так просто. Потом вся информация в базе кодирована. Опять же, если вы захотите тем или иным способом декодировать информацию, вам придется покупать всю систему. Система стоит дорого, достаточно дорого. И, в принципе, смысла-то это не имеет никакого, потому что эксперты легко распознают те отпечатки, которые взяты вот с дактилокарты, от тех следов, которые остаются на месте происшествия. Это все не так просто. То есть следы, они имеют свои особенности, которые оставляет человек на местах преступления, скажем так, преступник. А в данном случае у нас замечательные пальчики ваши там получились. Таких пальчиков на местах происшествия просто, в принципе, не бывает.
Дорогие друзья, у нас в гостях Ассоциация экспертов «Город Владимир». Замечательный Андрей Аркадьевич, Олег Николаевич. Вопрос. Каково будущее дактилоскопии? Наука развивается, не подвигает ли что-либо их на задний план? И не берется ли анализ кончик волоса, ДНК, может быть, вытесняет отпечаток пальца? Будет, Олег Николаевич, жить дактилоскопии? Что-то другое придумал мир? Во-первых, для идентификации человека, конечно же, служат сейчас уже не только, скажем, отпечатки пальцев, но и если мы заглянем в историю, оказывается, что идентифицировать человека можно не только по следам рук, но были в истории, да даже в практике в нашей, в городе Владимире, когда человек идентифицировался и по следам губ. Как ни странно, оказывается, что индивидуальный узор находится у человека не только, скажем, на руках, на ногах, но еще и на губах. На кончике носа. То есть все кончики. Друзья, все-таки узор, Олег Николаевич, все-таки они остаются. Если говорить о дактилоскопии, то основное сейчас направление — это способность выявить скрытые следы рук на предметах при совершении преступления. Вот. И в этом направлении ведутся сейчас такие же научные разработки, как они велись и 112 лет тому назад. Так и будут вестись. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Друзья, сегодня впервые, наверное, в историю прямых эфиров у меня по-честному взяли отпечатки пальцев. Я надеюсь, уважаемые друзья, что они вам пригодятся когда-нибудь или мне в жизни. Андрей Катич, Олег Николаевич, я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли к нам в гости. И в следующий эфир я приглашаю вас, и я сниму ваши отпечатки пальцев. Договорились? Мы это вам подарим. Позвольте мне левой рукой пожать вашу левую руку, чтобы не звали. Друзья, спасибо огромное. Вот так вот мы отпраздновали день дактилоскопии. Сегодня профессиональный праздник у моих гостей. Я их поздравляю. Ну, а мы с вами не забываем. Через несколько минут у нас будет возможность отправиться в уникальное путешествие в Ярославль. Поэтому быстро набирайте наш телефон 36666666. Are you ready? Доброе утро, меня зовут Николай, я являюсь шеф-поваром ресторана «Панорама». И сегодня вам предлагаю вместе со мной приготовить три замечательных блюда. А начнем мы с салата с куриным мясом и куриной печенью, пломбированным яблочным бренди, с бальзамическими томатами черри и хлебными чипсами. Итак, для этого нам понадобится достаточно сильно разогреть сковороду, сотейнчик, любую емкость, что у вас есть под рукой. Жарить мы будем на сливочном масле, оно делает печень более нежной. Печень я не рекомендую солить вначале, иначе она будет белая и суховатая. То есть, поскольку у нас куриное мясо, филе, ножки жарится чуть дольше, мы начинаем жарить с него. Куриное мясо можно солить сразу. И после 2 минут на обжарке куриного филе мы добавляем куриную печень. Печень жарится буквально несколько минут. Так, добавляем соль. Любые специи, которые у вас есть в доме, которые вам нравятся, я лишь люблю микс перцев. Печень подошла, пора ее фломбировать. С помощью огня мы выжигаем лишний алкоголь, после чего водители могут смело ездить на транспорте, не боясь гаишников. Итак, печень наша готова. Теперь занимаемся подготовкой салата. Для этого мы используем разнообразные салаты, которые вам только нравятся. Предварительно их нужно замочить в холодной воде. Добавляем морскую соль, капельку оливкового масла. Выкладывать мясо можем по периметру. Так, дальше черри. Я их предварительно замачиваю в бальзамическом уксусе с оливковым маслом и травами. Тимьян, розмарин. И в качестве небольшого декора мы используем хлебные чипсы с разными приправками, маслами. Наш салат готов. Для горячего я выбрал креветки. Креветки мы берем любого размера, желательно сырые, не нужно покупать готовые. Их предварительно нужно слегка замариновать соль, соус знаменитый песто, то есть это любая зелень, которая есть дома, любые масла. Все это пробовать в блендере, соль, перец, можно немножко добавить орешков. Так, пока наши с вами креветки маринуются, разогреваем сковороду. Немножко оливкового масла. Почему немножко? У нас маринад с добавлением масел идет. Также нам для этого блюда понадобится гарнир из овощей. Я его приготовил заранее. Лук, морковка, перец, цукини. Все это маленькими кубиками мы режем. Обжариваем с добавлением томатного соуса. Масло у нас разогрелось, можем приступать к обжарке. Креветки, как любые морепродукты, жарятся очень быстро. Я добавлю немножко чесночка. Резать чеснок не нужно, достаточно просто его раздавить ножом.
Вот наши креветки уже практически готовы. Слегка их оттеню вкусом лимона и добавлю несколько грамм белого сухого вина. Креветки готовы. Теперь добавляю в эти креветки томатный соус. 2 ложек будет достаточно 1 человека. И 2 ложечек мелкорезанных овощей. Слегка убавляем температуру и дадим постоять 2 минутки. И опять начинаем сервировать тарелочку. Я подаю это блюдо следующим образом. Сперва на тарелку выкладываю соус, который приготовился вместе с креветками. И на него сверху выкладываю жареные креветочки. Оформить можно оставшимися листьями салата. Сбрызгаем все это немножечко оливковым маслом. Придаст особую пикантность, горечь вашему блюду. Добавим перчика и наш соус песто. По желанию к этому блюду можно положить лимон, лайм, любые цитрусы. Итак, мы с вами приготовили 2 замечательных блюда. И после достаточно калорийного удовольствия нам нужно подумать о здоровье. Я вам предлагаю вместе со мной приготовить сжигающий жиры коктейль из киви. 3 средних киви. 2 долек обычного лимона, 2 листика свежайшей мяты. Я лично добавляю мед вместо сахара, это более полезно. И выбираю обязательно цветочный. Масса получается очень густая, ее необходимо разбавить водой. Воду нужно использовать без газов. Итак, мы с вами приготовили сегодня полноценный ужин, обед, как хотите это называйте. Я, в свою очередь, вас приглашаю к себе в ресторан «Панорама» отдохнуть. Вам приятного аппетита. Увидимся на следующей неделе. Чтобы приготовить блюдо выходного дня, нам потребуются следующие ингредиенты. Для салата с курицей и печенью – куриное мясо и куриная печень, микс-салат, домашний майонез, сливочное масло, томаты черри, хлебные чипсы, бренди, соль и перец по вкусу. Для креветок в томатном соусе с овощами возьмем морковь, репчатый лук, болгарский перец, цукини, растительное масло, креветки, томатный соус, лимон, чеснок и зелень. Для напитка из киви берем 3 штуки киви, мяту, мед, минеральную воду и 2 ломтика лимона. Друзья, включайтесь, тот самый торжественный момент. Сегодня мы займем еще 2 посадочных места в наш оранжевый автобус, который совместно с Владоблтуром 8 мая отправится в славный город Ярославль, где мы проведем целый день летних развлечений. Нас ждет прогулка по речке, планетарий, обзорная экскурсия. Уважаемые родители, если у вас есть дети, которые готовы уже интересоваться историей городов России вместе с Владоблтуром, то звоните 36666, потому что у нас оранжевый автобус. Наполнены людьми, громко хлопает дверьми. Не троллейбус, не трамвай, автобус. Друзья, партнер нашей акции «Макинка». В этой поездке мы получим вкуснейшие няшки, будем пить замечательные напитки, петь песни, друзья. Все это вместе с «Макинком». «Макинк» в поездке сделает нашу поездку гораздо более веселой. 366666. Алло, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Марина. Марин, как настроение, как дела? Все хорошо, спасибо. Это хорошо, что все хорошо. Просто дело в том, что 8 мая мы попросим вас, Марин, вычеркнуть из графика все свои дела. И мы приглашаем вас в славный город Ярославль. Поедете? Конечно, здорово, спасибо. Да, есть только одно большое но. В вашей семье должен жить человек, которому исполнилось 7 лет и который уже увлекается историей городов России. Есть такой человек? Есть. Как его зовут? Есть сын, как его зовут? Вовка. Володька сейчас болеет за маму, я надеюсь, но по возможности. Марин, дело в том, что по дороге в Ярославль, что мы будем делать? Мы, конечно же, будем распевать песни. А одну из песенок мы закодировали в нашем ребусе. Сейчас вы увидите фрагмент этого четверостишия у себя на экране. Вот, собственно говоря, как это выглядит. Постарайтесь сложить ребус в одну очень известную нашу русскую песенку. Кстати, возможно, в ней тоже пелось и о городе Ярославле. Давайте думать все вместе. Марин, что видно вам? Что видно на экране? Сейчас скажу. Как? Так.
Упоительно в России. Да. Вечера. Но. Шампанское. Закаты и рассвет. Переулок. Как? Солнце красное. Забавы. И прогулки, как упоительны в России вечера. Марин, но знаете, чтобы подтвердить, я прошу коллег вернуть мое тело в студию, спасибо, чтобы как-то подтвердить вашу победу, ну спойте так проникновенно, как упоительны. Давайте. Как упоительны в России вечера. Все, молодец. 8 мая, Марин, вы и ваш Владимир отправляетесь с нами в город Ярославль. Владимир едет в Ярославль. Мы вас поздравляем, пожалуйста, не разъединяйтесь. Со студии «Отличной пятницы», друзья. Влад Обл Тур — это не только поездки в Ярославль, это поездки по всем славным городам России. И если вы хотите отдохнуть где-нибудь на побережье, например, Черного моря, то это тоже можно сделать совместно с нашим уважаемым партнером. Ну, что можно сказать? Не хватает, наверное, классной, качественной музыки. У нас есть специальная рубрика, которая называется «Back in Oldies». Наверное, этой песней мы закрепим все сегодняшние победы, которые случились в прямом эфире. Друзья, сегодня мы исследовали отпечатки пальцев. Мы рисовали вместе с нашим песочным монстром Ильей по песочку. Мы нарисовали золотые ворота, у нас все получилось. Давайте всем, у кого сегодня день рождения, скажем огромное спасибо, что вы есть на свете. Нашим любимым поцелуй и в качестве подарка Альфавиль. Big in Japan. Здравствуй, город, всем пора вставать, всем пора вставать, по делам бежать, улыбаться, воздухом дышать. Здравствуй!